Мы находимся в главном зале музея Дома Черепановых. Это зал горнозаводской техники 18 и 19 веков. Он рассказывает о деятельности крепостных тагильских мастеров и, конечно же, Черепановых. Это показано, вот у нас здесь витрина рассказывает о деятельности выдающегося тагильского изобретателя 18 века, предтечи Черепановых, их предшественника Егора Григорьевича Кузнецова-Жипинского. Это был мастер, так скажем, на все руки, мастер-универсал, кузнец, слесарь, плотник, изобретатель. Но дело в том, что это был человек, как и многие крепостные рабочие, работавшие на Демидовых, это был киржак. Так называли на Урале старообрядцев, киржаками. И вот мечтой этого мастера было получить свободу. Киржаки люди были своенравные, упертые. Вот, и он пытался получить вольную, откупиться от Демидовых. И зная слабость Никиты Демидова до разной диковинной техники, Кузнецов делает свои замечательные раритетные механизмы. Один такой механизм показан здесь, в этой витрине. Это его знаменитое изобретение, называется музыкальные дрожки. Она хорошо видна на рисунке и на примере вот этого деревянного макета. Дрожки – это, так скажем, открытая параконная тележка, где есть место для кучера и два места для пассажиров, для двух пассажиров. И вместо заднего отделения, вместо багажного отделения, вот такое интересное механическое навершие. То, которое высокое, это называется дорожный орган. При вращении задних колес закачивался воздух в органные трубки и звучала органная мелодия. Причем звучала не одна, а 22 мелодии звучали попеременно. Ну и еще вот такой, такая торцевая часть этих дрожек – это так называемый верстомер, то есть прообраз автомобильного спидометра. Он показывал количество пути, пройденное в верстах и в саженях. И вот в верхней части этого верстомера мы видим вот такую желтую коробочку фигурную, в которой помещался колокольчик. И вот после каждой пройденной версты колокольчик позванивал о том, что проехали версту. То есть вот получается, можно сказать, что Егор Кузнецов создал первый в мире спидометр автомобильный, да еще, наверное, первый в мире автомагнитолу, которая называлась раньше музыкальным дорожным органом. Мы видим макет. Настоящие дрожки сохранились, находятся они в Санкт-Петербурге, в музее, который называется «Эрмитаж» в зале русской техники. Дрожки до сих пор работают, музыку воспроизводят, колокольчик звенит. И это говорит о том, что мастерство Егора Кузнецова, оно, так скажем, настолько уникальное, что прожило многие-многие столетия в первозданном виде. То есть это было вот именно великое изобретение. Как они оказались в Петербурге? Ну, дело в том, что дрожки эти Егор Кузнецов подарил даже не Демидовым, а царской семье. И вот сам царь Александр I, молодой царь, как раз и хлопотал перед Демидовыми, чтобы все-таки была дарована вольная Егору Кузнецову, что, в принципе, и было сделано. Перед нами один из самых интересных экспонатов этого музея – это астрономические часы Егора Кузнецова. Но, пожалуй, это самые старые часы в Нижнем Тагиле. Им 237 лет. Они расписаны как тагильский поднос, здесь мы видим следы росписи. Почему называются астрономические часы? Потому что показывали они движение небесных тел. Это вот и есть астрономическая часть. Здесь мы видим как раз небесный свод в виде вот такой дуги. По небу днем движется солнышко. Вот солнце покатилось, закатилось за горизонт. Настала ночь. Ночь освещает нашу Землю. Вторая планета – это Луна. Она у нас бывает большая, то есть полная, бывает растущая и убывающая. Сейчас мы видим полную Луну. Если мы сделаем вот так, у нас Луна растет. А если сделаем вот так, Луна убывает, то есть стареющая Луна в виде буковки «С». Кроме того, еще есть такие небольшие шторки, которые показывали долготу дня. Эти шторки сдвигались, то есть для этих целей нужно
было покрутить вот такие вот стрелочки. Конечно, все это двигалось механически, без помощи рук человека. Ну, мы сейчас солнышко снова поднимем над горизонтом, чтобы нам было веселее. Часы эти работают как обычные часы, то есть это механика, здесь гири есть и маятник. Чтобы часы пошли, мы маятник качнем. Пошло время, мы слышим тиканье часов, видим, как они работают. Неизменный интерес у маленьких посетителей нашего музея, у взрослых, вызывает еще вот такая часть этих часов. Это театральный механизм. Здесь мы видим то, что было ближе сердцу и душе Егора Кузнецова. Он был кузнецом, это его кузница. Модель его кузницы называется «Кричная мастерская». Справа в окошке мы видим наковальню и молот. Слева такие небольшие вот мехи, которые закачивали воздух в кузнечную печь, чтобы она грела жарче и плавила металл, металлические заготовки. И в этой кузнице работает кузнец. Возможно, сам автор часов себе изобразил. У него и фартук, и борода, и шляпа. Сейчас мы его увидим. Увидим с помощью того же самого ключа. Приведем наш театр в действие. Мы видим, мехи закачивают воздух в печь, молот бьет по наковальне, и от печи к наковальне движется фигурка кузнеца по фамилии Кузнецов. Раньше у этой фигурки еще были в руках клещи, но, к сожалению, фигурка старая, как и сами часы, и клещи были утеряны. Поэтому у нашей фигурки стойка боксера, а не кузнеца. То есть мы видим, что часы до сих пор работают, хотя им уже очень-очень много лет. Все механизмы функционируют. Это говорит о том, что мастер Егор Кузнецов был мастером уникальным. Его имя стоит в ряду таких мастеров 18 века, как Иван Ползунов и Иван Кулибин. Перед нами макет паровой машины Ивана Ползунова, екатеринбургского крепостного мастера, который работал на Акинфея Демидова на Колыванских заводах. Дело в том, что данный экспонат нам рассказывает о том, как зарождалась паровая энергетика на Урале и в России. У Кузнецова были замечательные ученики, так называемое его подмастерье, это будущие крепостные тагильские мастера. Это Казапасовы, Макаровы и Ефим Черепанов. Черепанов и Ефим, и впоследствии его сын Мирон, делали вот именно вот такие паровые машины. Нужно учесть, что раньше заводы уральские работали на воде. Само слово «завод» переводится как «за водой находящийся». То есть вся энергия воды шла на работу заводских турбин, заводских механизмов. Но энергия воды, она все-таки капризная, поэтому требовалось сделать более универсальный двигатель, таким и стал именно паровой двигатель. Он работал как чайник. Здесь мы видим огромный двигатель, занимал он здание в 4 этажа. Внизу находится печь. Печь топится дровами. В нее вставляется большой вот такой чайник. Это паровой котел, медный, заполненный водой. Вода нагревается, закипает, ну и дальше от кипения выделяется пар, пар поднимается вот по этим двум цилиндрам наверх. И все бы хорошо, но вот на пути у пара встали пробки, это поршни. Сейчас я покажу эти поршни. Получается, пар давит на поршень и выталкивает наверх огромное коромысло. Потом она опускалась вниз и снова поднималась, и первое, и второе. Было движение поступательным. Для чего все это делается? Если подцепить таким цепочкам большие кожаные мехи, которые закачивали воздух в кузнечные печи, то такая машина будет обслуживать доменное производство. Именно одна машина паровая, вот такая, обслуживала 20 доменных печей. То есть машины были очень удобные в использовании, не зависели ни от наличия водной артерии вблизи, ни от погодных условий.
Нужно сказать, что машина Ивана Ползунова не получила дальнейшего развития, потому что Ползунов скоропостижно скончался. После первой же поломки не могли починить его машину. И буквально лет через 20 в Англии нашелся еще один мастер, который сделал более универсальный паровой двигатель. Это инженер Джеймс Уатт. Это был паровоз первый, паровоз Черепановых, первый в России паровоз экспериментальный. Но мало кто знает, что Черепановы создали еще один паровоз 1835 года. Он отличался от первого тем, что у него были и одинаковые колеса, большая печка, более грубая площадка для машиниста, труба заканчивалась не короной, а раструбом, и появляются тележки. Это был паровоз для перевозки заводских грузов. То есть вообще паровозы – это были горнозаводские машины, горнозаводская техника. Перевозилась медная руда в этих тележках. И интересно, что дорога-то была вовсе не железная первая, то есть рельсы делались из чугуна. У нас есть очень интересный экспонат, то есть вот такой отрезок чугунного рельса. Возможно, по нему и ездили первые в России паровозы, только назывались паровозы не паровозами, а сухопутными пароходами. А рельсы назывались колесопроводы. Это двуголовчатый колесопровод, вот две головы еще были, грибовидные, обрезанные снизу вот так. Они крепились тоже в чугунные специальные постаменты, называемые подушками. Тоже очень тяжелая такая конструкция. Вот. Даже есть гвоздь, костыль, которым эти чугунные подушки приколачивали к деревянным шпалам. Как это все происходило, показано на картине художника Бортнова. Вот, запуск черепановского паровоза. То есть мы видим здесь у людей разную неадекватную реакцию где-то. Есть и удивление у мастера, как такая телега поехала сама без лошадей. Это была фантастика для 19 века. Есть и недовольные тем, что паровозы вошли в строй, потому что было выгоднее возить все-таки и дешевле возить руду на лошадях, а здесь нужно было денежки расходовать в заводской конторе. Там еще у нас показаны и насмешники, которые издеваются, может быть, вот пальцем тычет в сторону Черепановых. И вот там женщина от страха рты пооткрывали, даже одна женщина перекрестилась, потому что было страшно. Эта телега мало того, что она двигается без лошади, она еще и пыхтела, шумела, лязгала, то есть настоящая такая вот чертовская машина, дьявольщина настоящая. Хотя это были все предрассудки, потому что паровозы Черепановых были все-таки очень полезные машины для перевозки тяжестей. И они облегчали труд и людей, и лошадей на заводах. Вот показан Мирон Черепанов. Мирон, сын, это именно его идея сделать паровоз.